Znači, čestita nam na prvoj pobedi i tvoj prvi komentar o utakmici. Pa, otvorili smo utakmicu dosta dobro, dosta agresivno, igrali smo sa dosta trčanja borbeno, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Posle pet poraza, dosta nam znači ova pobeda za nastavak sezone, pogotovo što imamo dosta težak raspored. Igrali smo na strani 7 utakmica i ova pobeda nam dosta znači za nastavak. Načali igru očin хорошо, očin aktivno. Bježali, borili se, tak ne djelali u prošlom igri. Nam očin nužna je ta pobjeda bila, pa je tomu što u prošli pet igri mi proigrali i sičas je ta. Nam očin važna je ta pobjeda i prosto pozdravljaju komandu na toj pobjedi. Все прошло, чего ждать соперников? Вот анализ по игре. Ну, прежде всего поздравляю всех болельщиков нашей команды, всех спонсоров, всех людей, кто нас поддерживает, потому что действительно это долгожданная победа, и больше еще радует, что это победа на выезде. Я надеюсь, что это будет только, скажем так, старт наших определенных успехов. Ну, будем работать, чтобы в дальнейшем радовать своих зрителей победами. Ну, конечно же, мы знали, что команда Запорожья, особенно дома, играет очень быстрый баскетбол и активный баскетбол. И, естественно, базируется также на большом количестве трехочковых попаданий. И мы поставили задачу, чтобы снизить этот процент бросков и, естественно, мешать им выполнять эти действия. Потому что если бы мы, ну, скажем так, справились с этой ситуацией, хоть процент даже выше, чем у нашей команды трехочковых, но эти последние пару трехочковых были уже в конце, в четвертой четверти, которые не определяли ситуацию. Поэтому ребята молодцы, они выполнили задачу, они всю игру активно, агрессивно играли, и результат этого мы выиграли три четверти. Также ребята гораздо меньше сделали потерь, чем наш соперник, что тоже порадовало, потому что прошлые игры в при поражениях мы делали порядка 20 потерь. Сегодня мы сделали в два раза меньше потерь, поэтому и борьба была очень равная. Ну, еще раз поздравляю наших болельщиков с победой и будем дальше работать для усиления игры. Стас, ваш послематчевый комментарий, почему сегодня в битве? Команд, которые... Потому что мы сегодня не были командой, сегодня наша игра была просто отвратительной, сумбурной. Каких-то даже нету каких-то особо положительных моментов, хотя мы был четкий план на игру, сильные, слабые стороны, мы знали, как выиграть. Игра была плохо организована, мы мало забили с прорыва, мы не... каждый сам за себя играл, мы не организовываем друг другу какие-то удобные моменты, каждый пытается как-то выделиться. Но это все нападение, это такое, но вот защита, мы очень много пропускаем, особенно в четвертой четверти, когда пошла эта заруба, где надо было сцепить зубы, остановить их, и какие-то легкие очки попытаться забить, мы этого не сделали, они наоборот подбирали у нас на... щите. Они обыгрывали один в один. Ну, мы не заслужили сегодня победу, поэтому результат как бы такой закономерный. С чем связан лично ваш? Вот ожидали болельщики Запорожской от вас очков, ожидали дальних попаданий. С чем связана такая игра капитана в начале чемпионата? У меня нет какого-то внятного ответа. А оправдываться нет смысла. Не знаю, что сказать. Ну, с поздравлением Харькова. И скажу две вещи. Первое. Когда после игры болельщики кричат «позор», это действительно позор. Констатация факта. Мы худшая команда первого круга. И я, естественно, сейчас буду общаться с руководством, сочтет ли оно необходимо продолжать со мной работу. Я беру всю вину абсолютно на себя. Не считаю, что ребята виноваты больше, чем я, поэтому считаю, что я не нашел ту тактику, которая смогла бы обыграть хотя бы эту команду. Да, были какие-то положительные моменты в начале, но, к сожалению,
Не хочу даже, не хочу оправдываться, не хочу ничего говорить. Еще раз говорю. Всю вину поражения и поражения первого круга беру на себя. И захочет ли руководство клуба со мной работать дальше, посмотрим завтра узнаем. Харьков с победой, всем удачи.